8:15 утра дошли, ну не знаю, видно, не видно на видео, до вилки Малой Белокая. Видимость простачко, по-моему, 20 метров, так с трудом, а то и меньше. Ни склона, ничего не видно. Ну, как бы дальше хочется, силы есть, но объективно... Опасно. Ну, да. Как говорила монашка, надевая презерватив на свечку, береженного Бог бережет. Да, Константин? Именно. Сейчас, думаю, так приключений нам хватит.